Была война. Была смерть. И был этот день. Сталинград свободен. А впереди еще сотни сражений, тысячи километров пути. Где вы теперь, солдаты? Ведь с тех пор прошло почти четверть века. Александр Васильевич Плякин помнит, каким был город в 43-м году. Сейчас он здесь живет, работает. Профессия – художник по рекламе. Александр Васильевич часто встречается с будущими воинами. Мне пришлось быть участником Сталинградской битвы. И с боями пройти от Сталинграда до Берлина. Стрелковый полк, который я командовал, ворвался в крепость Познань и Кюстрин. За эту операцию 4 человека получили звание Героя Советского Союза, в том числе и я.